На очередной пресс-конференции начальник Госадминтехнадзора Московской области подвела итоги работы за минувший год в сфере развития детских игровых зон. Татьяна Витушева подробно остановилась на вопросах состояния детских площадок в Московской области. Отметила, что в некоторых муниципальных образованиях сохраняется дефицит мест для прогулок с детьми. В целом, общую недостачу до нормативного показателя детских площадок по области мы оцениваем в количестве, в абсолютных если цифрах, то это около 2500. Поэтому цель нам ясна, задача определена, дорожная карта есть, поэтому в ближайшие годы этот дефицит должен быть ликвидирован полностью. По качеству и количеству детских площадок Московская область находится в лидерах среди других городов России. В 2016 году в регионе планировалось построить 100 новых площадок, но на 1 ноября текущего года уже построено 116. Только в Ленинском районе за этот период появилось 20 новых современных дворовых игровых зон. Единственное, что заставляет задуматься, многие детские комплексы и малые игровые формы быстро приходят в негодность. Причины на то две – невысокое качество самих конструкций и небережное отношение к общему имуществу жителей. Татьяна Витушева также отметила, что примерно половина площадок в регионе были построены еще до 2000 года и относятся к категории старых. Эти площадки Госадминтехнадзор рекомендует постепенно обновлять. В целях безопасности вот эти старые качели, где жесткие подвесы, они заменяются на гибкие, заменяются какие-то деревянные элементы в этих детских площадках, сиденья, ограждения, меняются болтовые соединения. То есть безопасность, она в первую очередь на таких детских площадках надзирается и приводится в норму. Кроме того, руководитель Госадминтехнадзора отметила, что пока еще во многих муниципальных образованиях сохраняется достаточно большое количество бесхозных детских площадок. И одна из главных задач, чтобы эти площадки нашли своих хозяев.